За неделю на дорогах Дагестана погибли 8 человек. По данным госавтоинспекции, в Дагестане зарегистрировано 24 дорожно-транспортных происшествия, в которых 8 человек погибли и 26 получили ранения различной степени тяжести. Среди них были и дети. Одна из аварий, где скончались 4 человека, произошла в Акушинском районе. Житель Дербента не справился с управлением, в результате чего машина съехала с дороги и упала в обрыв высотой 60 метров. Водитель и находившиеся в автомашине трое жителей Дербента погибли на месте. В госавтоинспекции призывают водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения во избежание таких трагедий.